И всем привет, с вами Росиксон. Биткоин сейчас стоит 17 тысяч долларов. Только что обанкротилась биржа FTX. И в этом видео я расскажу о бирже Gate.io, о том, то, что резервы подтверждены и как именно. В общем-то, сейчас об этом узнаем поподробнее. Напомню, что Gate.io — это централизованная криптовалютная биржа, где пользователи могут торговать большим количеством криптовалюты и токенов. Биржа создана в 2013 году, большие объемы торгов. А теперь перейдем к одной из основных проблем, связанных с биржами криптовалют. Это прозрачность, которая в первую очередь включает в себя подтверждение резервов. Клиенты должны знать и подтверждать, что услуга, которую они используют, действительно хранит 100% их средств. Поэтому компания Gate предложила решение, использующее подход дерева Меркла, чтобы дать клиентам возможность убедиться, что их средства полностью принадлежат компании Gate. Для облегчения процесса аудита был использован независимый криптографический проверенный аудит. А теперь обзор процесса. Аудитор создает дерево Меркла с балансами пользователей, предоставленными Gate. Gate предоставляет аудитору все детали пользовательских балансов на основе токенов. Затем аудитор импортирует балансы пользователей в генератор HTML для создания дерева Меркла. Аудитор проверяет общий баланс пользователя и публикует дерево Меркла и корневой хэш. После того, как дерево Меркла будет успешно сгенерировано в генератор HTML, его корневой хэш вместе с количеством пользователей и общей суммой балансов пользователей будет рассчитан и показан аудитору для проверки. Пользователи самостоятельно проверяют баланс своего счета. Во-первых, пользователям необходимо получить опубликованное дерево Меркла из GitHub, импортировать его в verified.html, а затем ввести свой собственный хешированный идентификатор пользователя и баланс токеном, чтобы запустить процесс проверки. Если хеширование UID и баланс, предоставленный пользователю, совпадает с записью в дереве Меркла, успешный результат будет отображаться вместе с местоположением узла. Информация о пользователе в дереве Меркла. Корневой хэш дерева Меркла будет пересчитан с использованием импортированного файла, чтобы пользователь мог проверить корневой хэш, чтобы убедиться в правильности и полноте дерева Меркла. В общем, в целом, что это означает? То, что деньги, которые пользователи, которые хранятся на бирже Gate.io, действительно хранятся на бирже Gate.io. То есть, я считаю биржу Gate.io безопасной. Примерно так. Кстати, если вы еще не зарегистрированы на бирже Gate.io, вы сможете это сделать по ссылке в описании и получить хорошую скидку на торговую комиссию. Давайте в сумме. Что я рассказал в этом видео? То, что биржи могут банкротиться, например, FTX, скорее всего, станет банкротом, и они использовали средства пользователей. А биржа Gate.io не использует средства пользователей, хранит их, и был проведен аудит, где мы можем удостовериться в том, что все действительно хорошо. Примерно так, да, у меня могли быть некоторые ошибки, если что, поправите меня в комментариях.